Ну что, привет! Давно не виделись. К сожалению, бьюти-тема стала мне абсолютно неинтересна. Моя жизнь полностью перевернулась, и я последний год стала свечеваром. Эта тема меня очень увлекла, и если вдруг вам интересно, я буду рада, если вы присоединитесь вновь к моему блогу и снова будете со мной. С чего начинается теперь мой день? Сейчас покажу. Я сама делаю для своих свечей ароматизированных подсвечники. Сейчас у меня в производстве вот такие подсвечники. Были вот такие ракушки, но сейчас я приостановила их. Видите эту малюсечку? Это мне подарили в заказе с вот этой формой, вот такую малюсечку. И из нее получается вот такое вот сердечко. Я решила, что я буду вставлять сюда ленточку и делать такие небольшие подарки, как игрушка на елку. А еще мы отвлечемся сейчас от моего свечеварения. Смотрите, какой у меня огород. Вот такие у меня помидорки. Помидорки на подоконнике. Вот так. Сегодня у меня важная задача — выложить вот эту свечу на Wildberries для продажи. Вот таких тыковок я наделала и лежу, наслаждаюсь, наблюдаю. Короче, медитирую я на них. Сейчас у меня поставка на Wildberries по системе FBS. У меня два вида отгрузки: система FBS и система FBO. По одной системе я отгружаю на склад самого Wildberries, а по второй системе я ежедневно вожу заказы. Сейчас я приехала на рынок, называется это торговый центр Севастополь, для того, чтобы купить пакеты и коробки для своих свечей. Это бывшая гостиница, с которой делали торговый центр. Везде меня сопровождает мой четвероногий друг. Да, Бонушка? Кто забыл его, пожалуйста. Боня. Нам уже целых 11 лет. И мы продолжаем ездить везде с хозяйкой. Купила новый пигмент. Черный. Для меня это новый. В общем, производитель. Я их не пробовала. У меня от Бетоники пигмент, который я развожу, вот такой цвет, оранжевый, но черный я не могу получить, красивый черный насыщенный цвет. Я только окрашиваю свои изделия в красивый черный цвет, но не пигментом, окрашиваю гипс. Вот так делает черный пигмент. Еще видите, с такими разводами некрасивыми. Вот. А мне хочется, чтобы было вот так. Но это покрашенное белое изделие. И вот видите, оно одно на другом лежит. И вот грунт стерся. В общем, я буду исправлять эти изделия. Но хочется, чтобы я не тратила свое время на окраску цвета своих изделий. Мой сегодняшний день закругляется. Сейчас я буду вспоминать, как же соединять видео для YouTube. И я буду безумно вам благодарна, если вы мне дадите какую-то обратную связь, чтобы я понимала, что вы есть, вы со мной. До завтра.